Привет! Сегодня я такая вот без макияжа и в пижаме кролик Бани. Сниму видео про обзор своей косметики для лица, для губ, для рук, для тела и для волос. Кому будет интересно, конечно. Итак, начнем. Первая, наверное, будет уходовая косметика для лица. Итак, умываюсь я вот таким вот гелем для умывания. Называется он «Пора чистых пор» от косметики Nature Med, украинская фирма косметики. Он для нормальной склонной к жирности кожи. Идет как умывалка и пилинг два в одном. Вот такая вот бутылочка с дозатором. Далее тонизирую кожу вот таким вот тоником для тоже склонной к жирности, воспалениям и акне кожи. Нет жирному блеску от той же фирмы. Вот такая вот бутылочка. Дальше я наношу вот такой вот крем для проблемной кожи Smooth Face. Тоже фирма Nature Med. Пока пользуюсь этой фирмой, она меня устраивает, подходит для моего типа кожи. Далее, иногда я пользуюсь вот таким вот нежным скрабом для лица от фирмы Зеленая аптека. Очищает он поры, выравнивает тон лица и придает сияние коже. Дальше. А, еще у меня есть вот такой вот тоник для лица. Это мне подарили от компании White Mandarin. Он успокоительный, без спирта, на натуральной основе. Тоже увлажняет хорошо кожу и идет как тоже для жирной кожи. Успокаивает ее, уменьшает воспалительные процессы на лице. Далее. Иногда вот, может раз в неделю, раз в две, наношу вот такую маску от Нивеи. Она вон тут у меня уже закончилась. Маска для лица, она такая глиняная. Хорошо очищает лицо, придает ему матовости, ровности, мягкости. Очень, кстати, хорошая вот маска для тех, у кого жирный тип кожи. Так, иногда еще делаю вот такие вот тканевые масочки. Можно, конечно, разные. Мне нравятся от вот этой фирмы Холика. Разные у них есть. Это вот с зеленым чаем. Еще мне нравится с авокадо, лимон, огурец. Ну, можно подобрать под свой тип кожи. Так, дальше для лица. Так, еще у меня есть вот такой вот крем под глаза против морщин плюс упругость от Nivea Q10 Power. Наношу его по маленькой капельке под глазами утром и вечером, каждый день. Вот такой вот тюбик. Ну, такого тюбика надолго хватает, в принципе. Далее идет косметика, ну как, уходовые средства для губ. Это вот такой у меня есть скраб для губ от фирмы Natural Code, если правильно произношу. Вот такая вот баночка. Он идет как сахарный, с запахом лайма. Вот такая вот консистенция, как сахар. Пахнет очень приятно. Наношу иногда перед сном на губы, дабы их увлажнить, убрать какие-то шелушения. В принципе, неплохой такой скраб. Далее у меня есть вот такой увлажняющий бальзам для губ, всем известный Кармес с SPF 15 со вкусом вишни. Недавно его приобрела, очень нравится, как он увлажняет губы, что он не липкий, приятный вкус и помогает. И еще у меня есть вот такая гигиеническая помада от Nivea. Тоже вишня, она более там придает немножко цвет, пахнет вкусно, ну, увлажняет не так сильно, как Carmex, но тоже подойдет для увлажнения.
Так, далее я покажу свою косметику уходовую для тела. Итак, у меня есть вот такой скраб, тоже подарили от White Mandarin. Скраб для тела, эластичность и омоложение кожи. Вот такая вот баночка большая. Он идет еще как антицеллюлитный. И очень хорошо скрабирует кожу. Использую его где-то раз в неделю. Вот такая консистенция. У меня полбаночки уже нету. Далее я люблю гели для душа Фа. У меня есть один вот такой Полинезия. Новинка, розовенький такой. Приятно пахнет, какой-то такой цветочный аромат, напоминает какие-то духи. Люблю Фа за то, что они очень хорошо пенятся и хорошо смываются. Вот такой. И мой самый любимый — это грейпфрут. Мой самый любимый запах, и нравится, как он пенится и как очищает кожу. Вот такие два пока. Далее есть еще такой пилинг для тела от фирмы Fresh Juice. Это лемонграсс и зеленый кофе. Тоже хорошо скрабирует кожу, но не так сильно, как тот скраб. У кого нежнее кожа и не хочет так сильно тереть, то вот этот более нежнее подойдет на частое использование. Далее у меня есть вот такое молочко для тела. Тоже от компании White Mandarin. Очень мне нравится. Это прямо наслаждение, когда я его наношу в ванной. Он по консистенции как сливки. Хорошо впитывается, пахнет приятно цитрусом, придает коже упругость, мягкость, эластичность. И тоже идет как на омоложение кожи и помогает немного бороться с целлюлитом. Далее у меня есть вот такое молочко для тела от Nivea, нежная кожа. Чередую этот с вот этим. Этот более увлажняющий, но он идет не с таким натуральным составом. Здесь используют, как я знаю, силиконы, но пахнет более-менее нейтрально. Я не люблю сильных отдушек и увлажняет кожу, если им пользоваться часто. Вот такой вот. Далее, так, вот такой гель для бритья с авокадо, Gillette Satin Care. Это использую я, понятно, в каких целях. Вот такой вот бутылечек, пахнет приятно, хорошо помогает удалять нежелательную растительность. Далее вот пользуюсь вот таким вот дезодорантом. Активный контроль, термозащита, 72 часа от Garnier. Ну, не сказать, что он прям помогает бороться, сами знаете, какой проблемой, но выбирать из каких дезодорантов, то, как по мне, это самый пока подходящий мне и хороший. Так, далее у нас идет косметика уходовая для рук. Ну, для рук тут маловато. Вот такой использую только крем Nivea универсальный. Обычно его на ночь наношу. Мне нравится, как он увлажняет кожу рук, хорошо впитывается. И они прям на утро гладенькие, хорошо напитанные. А на каждый день и каждое частое использование наношу вот такой вот крем для рук Duru с инжиром и грейпфрутом. Тоже хорошо увлажняет, очень хорошо пахнет, мне нравится. На кутикулу ногтей наношу вот такое масло со вкусом персика. Оно увлажняет ее хорошо, не дает шелушиться, не оставляет, не дает засохнуть кутикуле. В общем, хорошее масло. И осталась у нас уходовая косметика для волос. С волосами я ничего такого особенного не делаю. Мою вот таким вот шампунем раз в 3 дня. Head & Shoulders, цитрусовая свежесть.
Я знаю, что он, конечно, вредный, там есть лаурилсульфат натрия, но мне он помогает бороться с жирностью волос, так как у меня тип волос жирный, надолго придает свежести, объему корней, и мне он пока самый подходящий, другие пробовала, но они мне так не подходят. Вот такой большой бутыль, здесь 400 мл. Потом наношу на кончики, не на все волосы, только на кончики, дабы волосы быстрее не жирнились. Вот такой вот питательный бальзам от Elsef L'Oréal. Это 6 масел редких цветов. Он придает волосам блеск и гладкость, послушность, помогает легче их расчесывать. Пока тоже один из самых мне подходящих бальзамов. Не знаю, хочу еще какие-то попробовать именно вот этой марки L'Oréal. Далее от этой же фирмы я пользуюсь иногда. На кончики наношу вот такое масло. Elsef масло экстраординарное, восстанавливающее. Оно помогает улучшить поврежденные кончики, смягчить их. Тоже легче расчесывать, помогает даже делать укладку. Ну вот, пару нажатий хватает на кончики. Иногда можно его и не наносить, это только в тех случаях, когда действительно кончики сильно поврежденные. Вот такое оно. Итак, это была вся моя уходовая косметика. Если вам что-то понравилось, возьмите на заметку. А так я показала, рассказала то, что мне нравится, чем я сама пользуюсь. Если будет интересно, могу показать еще в следующий раз декоративную косметику. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Короче говоря, по скрипту. Еще я забыла, что я под глаза, на глаза использую вот такие вот разные гидрогелевые патчи. Вот такие у меня есть. Они лежат у меня в основном в холодильнике, по много пачек. Вот такие у меня есть с биозолотом и коллагеном. Это больше от морщин, но у меня больше синяки. Поэтому чаще всего я использую вот такие вот черные. Они больше идут от синяков, убирают припухлости, этот синюшный цвет. Ношу их где-то минут 20, иногда оставляю на 30 по утрам. Поэтому вот это вот все.